Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с порядком исчисления госпошлины при наследовании жилья. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме рассматривался вопрос о том, можно ли при исчислении госпошлины за выдачу свидетельства о наследовании использовать инвентаризационную стоимость жилья. Рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что все зависит от того, когда открыто наследство. В том случае, если оно открыто после 1 января 2013 года, то использовать инвентаризационную стоимость для определения размера госпошлины нельзя. При этом Минфин также уточняет, что при определении размера госпошлины можно использовать по выбору либо рыночную, либо кадастровую стоимость. Но при этом необходимо предъявить документ, подтверждающий соответствующий размер либо рыночной, либо кадастровой стоимости. Таким образом, гражданам, которые столкнулись с наследством жилья, необходимо принять во внимание данное разъяснение в целях правильного определения размера госпошлины. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!